Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Medical Fitness, я ведущий Кравцев Сергей. Вы очень часто задаете вопросы, почему появляется грыжа. В общем, грыжа, причина грыжеобразования – это, как правило, чрезмерная осевая нагрузка. То есть вы что-то взяли к себе в руки, допустим, какой-то тяжелый мешок картошки, согнулись в три погибели, несете его, или просто в момент, как правило, даже снятия веса происходит грыжеобразование. Вот. Но происходит оно не на пустом месте. Всегда имеется, как правило, у человека остеохондроз. Но в том плане, что остеохондроз у нас является распространенным заболеванием, и, как правило, у 85% населения оно точно есть после 18 лет, то, конечно, грыжу рискует заработать каждый. Но почему у одних людей грыжа образовывается, а у других не образовывается? Дело вот в чем. Нервная система у всех абсолютно по-разному устроена. И есть люди с ярко выраженной, выработанной такой, ну, что называется, даже от природы, врожденной, да, правильной биомеханикой. Человек при подъеме тяжести отводит таз назад, прогибает поясницу, тем самым переносит нагрузку на мышцы. И наоборот, если человек не соблюдает правильную биомеханику, скрючивается, да, весь в три погибели, когда начинает поднимать тяжести, соответственно, переносит нагрузку вместо мышц на кости. Кости имеют ограниченный ресурс в плане, да, не просто переноса тяжести, а просто воздействия на них. Не нужно воздействовать вообще на кости как-либо, в принципе. Нужно стараться поднимать вес за счет мышц. Поэтому вот основная, главная причина грыжеобразования – это неправильная биомеханика у людей. Пациентов, которых я веду в клинике, с которыми я занимаюсь лечебной физкультурой в зале. Вот мой личный клинический опыт показывает, что те люди, у кого, ну, в силу тех или иных причин не развитая биомеханика, они мало занимались физкультурой в детстве. Кто-то, ну, просто, да, нервная система вот устроена так, что человек хорошо ориентируется в пространстве в плане биомеханики, в плане своих движений. То, конечно, если не развивать это, не заниматься выработкой правильных навыков биомеханики, риск получить грыжеобразование или другие травмы позвоночника очень сильно возрастает. Ну и, конечно же, спортсмены. Спортсмены, особенно вот мой вид спорта, пауэрлифтинг, очень часто травмируются. Почему это происходит? Человек часто ходит на большие веса. То есть, в принципе, мы пауэрлифтинги, люди, кто не касался этого вида спорта, представляют, что мы там постоянно большие железки поднимаем. Ну нет, там есть своя периодизация, то есть, ну, конечно, для кого-то эти веса, и в принципе, 100 килограмм будут большими, да, большим весом. Ну, как бы для людей тренированных не является это их пределом, и люди каждый раз не поднимают предельно свой, вот каждую тренировку там на свой предельный 100% вес не ходят. Но бывает, человек увлекается, человек готовится к соревнованиям или просто смотрит на других, такой психологический фактор, смотрит на других в спортзале, ему хочется выложиться на полную, он, к сожалению, начинает злоупотреблять хождением, так называемым, на вес, большой вес, ну и тоже травмируется, получает грыжу или какую-то другую либо травму опорно-двигательного аппарата. В общем-то, это вот основные причины грыжеобразования. В любом случае, то есть это может быть даже небольшой вес. Женщина может поднять своего ребенка, да, ну там 15 килограмм он, допустим, весит. И опять же, если отсутствуют правила биомеханики, не укрепленный мышечный корсет, то, конечно же, будет травма. Травма позвоночника, возможно, грыжеобразование. Ну и неукрепленный мышечный корсет сам, конечно, является фактором риска, если у человека недостаточная масса тела, не развиты мышцы в норме. Я никому не рекомендую там качаться, заниматься пауэрлифтингом. Я рекомендую заниматься лечебной физкультурой, гимнастикой, собственным здоровьем, в общем-то. Вот. И, собственно говоря, следите за тем, чтобы вы выработали правильную биомеханику, если мы говорим о пока еще, да, здоровом человеке, это правильная техника приседа, правильная техника становой тяги.
Вы можете не делать саму становую тягу. В общем, становую тягу в каком плане не делать? В плане спортивном, когда у вас штанга, когда у вас серьезный вес, снаряд. Но вы можете делать само движение становой тяги. То есть с прогнутой спиной, в положении именно сумо, я всем рекомендую это делать. То есть когда ноги широко расставлены. Вы учитесь поднимать вес. Вес при этом может быть условно. Это может быть кубик для йоги, полотенце, пустая бутылка. То есть вы берете ее и с прогнутой спиной уводите таз назад, учите само движение становой тяги. О том, как это делать правильно, я думаю, что мы чуть позже снимем видео. Но самое главное, то, что вы будете учить ваш мозг и вашу нервную систему правильно двигаться. Вы будете учиться правильной биомеханике, что позволит вам... В любой момент, неважно, вы будете выталкивать там машину из сугробов, вы будете поднимать ребенка, вы будете какую-то там мешок с картошкой поднимать на даче, но с правильной биомеханикой вы никогда не травмируетесь. Это нужно всем здоровым людям. Плюс во время даже легкой такой физической нагрузки улучшается микроциркуляция, микроциркуляция органов малого таза. То есть это будет, безусловно, полезно для вас. Поэтому, дорогие друзья, занимайтесь лечебной физкультурой, занимайтесь оздоровлением себя. Ну а с вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Все это помогает продвигать канал, делать его более насыщенным, более интересным. На данный момент я просто снимаю тезисные видеоролики, чтобы понять, что, какая тема наиболее для вас интересна, что может быть для вас более глубоко я могу раскрыть. И в скором времени, я думаю, что те видео про грыжи, те видео про лечение опорно-двигательного аппарата, они станут более информативными, потому что я пойму, какие вопросы для вас наиболее интересны. Спасибо вам огромное за то, что смотрели. Да пребудет с вами здоровье!